Когда я даю какой-то материал, у меня материал всегда намного больше, чем можно вместить в то время, которое у нас отведено на то, чтобы это все рассказать. Да? Поэтому я во многом ориентируюсь на тех людей, которые приходят. Когда я собираю группу, да, я жду от них активного участия, активных вопросов, активных ответов. И для меня это тоже такой, да, как сказать, выгода большая, гейн такой, да, потому что одно дело там придумать в голове какую-то теоретическую систему, да, а другое дело предложить ее реальным людям, в том числе страдающим людям, и посмотреть, помогает она им, срабатывает она или не срабатывает. И на основании этого сделать, ну, какую-то корректировку.